наши машины отличаются тем, что они до последнего винтика в оригинале. То есть здесь нет, здесь все, что здесь есть, это 1939 года. То есть вся машина собрана в оригинале, и ничего нового в ней нет. Вот, машина собрана качественно, надежно. Вот, и, собственно, вот. Будет развернута самая крупная масштабная выставка исторических конструкторов, дизайнеров, инженеров и рабочих заводов. 85 лет назад. 8 поколений грузовых и 6 поколений легковых автомобилей. Я увлекаюсь коллекционированием педальных машин, и это очень редкая машинка, которая долгое время считалась потеряна полностью. Эта педальная машинка выпускалась на ГАЗе, на заводе. Выпущена она была в первой половине 1934 года. И она долгое время, мы о ней знали только по фотографиям. И абсолютно случайным образом, глубоко в деревне, нашли, реставрировали, и вот теперь участвуем сегодня здесь в этом мероприятии. Сейчас же делают тай. Что делают? Тайвань делают. Тайвань делают? Они легкие, их нет. It's 1960 end of the year production period. This car was bought originally by myself in Lipetsk in 2008 year. It was in a pretty good shape. It was painted, but it had undergone the complete cycle of restoration, and most of the works was carried out by myself. Конечно же, есть будущее и у российского автопрома, особенно когда мы видим здесь такие прекрасные экспонаты, которые являются легендами и показывают всю ту мощь и качество советского автопрома. Конечно же, перспективы развития, в том числе, есть, когда есть такие исторические заделы. Это спортивный руль, гидроусилитель руля установлен, коробка передач пятиступенчатая, и все другие приборы. Вместо спидометра тахометр, который только обороты. Здесь ручной тормоз гидравлический, который помогает на льду машину закидывать в занос. Вот. Ну и здесь еще отдельно вешают специальные штурманские приборы, потому что главное – это навигация. Держи руль и говори «бррррр», как будто ты быстро.